скажите, когда же получит? Потому что другие города уже получают, а мы нет. Ангиограф, да. Смотрите, я надеюсь, что это будет в ближайшее время. Безусловно, Мелитополь, как город, который движется более чем в ногу с прогрессом, безусловно, заслуживает это оборудование. Поэтому я буду надеяться, что в ближайшее время это все произойдет. А ближайшие циклы? Я надеюсь, в ближайшие полгода.